Нам уже по возрасту полагается проходить периодический осмотр зубов, поэтому сюда обратились, что много слышали классных отзывов, и привела обоих парней, одному старшему 5,5, а младшему вот пока еще 3. У нас пока еще, слава богу, проблем как таковых нет, но нужно следить. А у старшего кариес появился, причем один заметный и несколько незаметных, но врачи посмотрели, предложили пройти лечение, чтобы не разрослось до большого кариеса и не заболел зуб, поэтому пришли и полечили. Здесь совершенно другая атмосфера, здесь врачи не в халатах, аниматоры развлекают тебя вначале перед тем, как начнется процедура, и когда ты уже непосредственно приходишь к себе в кабинет, там быстренько тоже о тебе заботятся сразу, надевают маску, если хочешь, с таким приятным запахом, ты ей дышишь, ребенок успокаивается, ему можно сделать укольчик, после чего уже проходит сама процедура, совершенно безболезненная, ребенок просто лежал, смотрел мультик, и потом даже меня спрашивала, когда мы еще вернемся. Ему очень понравилось, и потом ему еще и подарок подарили. Очень советуем приходить в Dental Fantasy. Тут очень классные врачи, ну и чем раньше начнете заботиться о своих зубах, тем, конечно, лучше.